5 минут еще играть. Вовченко по заворотам. И момент, гол! Отдал, открылся! И Вовченко забивает 1-1. Вот это да! Ну давайте сейчас смотреть. Львиную долю своих шайб Северсталь забрасывает с пятака пока в этом сезоне. И вот очередная в этом же стиле от Данила Вовченко. Только что я говорил, что не может он пока забить. И вот, пожалуйста. Первая заброшенная шайба и второе набранное очко 28-го номера Северстали. В пятой игре сумел это сделать Вовченко для себя. 1-1. Пробивает он Кальнинша, не сумел тот, не успел положить щитки на лед. Но давайте смотреть. Вот видите, развернулся сам Вовченко, начал эту атаку. Пас за ворота. Трубачев, Вовченко и, пожалуйста, как говорят, тащи.